На ближайшую ночь у нас ожидается без осадков. Ветер северо-восточный 12-17 метров в секунду. Порывы до 23. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7. Днем 13-18 тепла. То есть заморозка на Черноморском побережье не ожидается, но по районному есть вероятность, поскольку район у нас более северный. На ближайшие двое суток, то есть со 2 по 3.04 без осадков, ветер северо-восточный и восточный, уже будет 4.9, местами порывы до 14. Температура воздуха ночью уже будет повыше 4.9 тепла, днем 12-17, местами до 20. Но на ночь 1 и 2 в большинстве районов края, за исключением Черноморского побережья, ожидаются заморозки до минус 1, минус 3. То есть по району есть вероятность, что будут заморозки.